Про історію переселенців зі Сходу багатодітної родини Черкасів поговоримо сьогодні у програмі «Відкрита студія» разом з батьком Вадимом Черкасом. З вами Юрій Кулініч. Мої вітання. Пане Вадиме, мої вітання. І мені відомо, що ви жили у самому Донецьку. Так, в центрі міста. Власне, коли виїхали. Розкажіть, будь ласка, докладніше про цю історію, бо я так розумію, багато хто із людей, ну, вони досі там. І багато родин там і залишились. Хтось вирішує там продовжувати жити і далі на окупованих територіях. Хтось вирішує залишати так ці окремі райони Донецької і Луганської області. Чому ви вирішили залишити, ну, фактично свою рідну домівку? Що для вас слугувало, знаєте, ну, не останньою краплею, але головним стимулом в цьому рішенні? Що да, було? Був такий стимул. Ну, з перших днів, значить, Революції Гідності я вийшов в ініціативну групу, значить, Донецького Євромайдану, підтримав, значить, Євромайдан. Ну, вам було надзвичайно складно на той час. Ми пам'ятаємо, як, власне, ці всі ініціативи, назвемо їх так, євромайданівські, і ми розуміли, який тиск чиниться на тих активістів, які мирно збираються з протестом в містах Сходу країни. Ну, дело в том, что я правозащитной деятельностью активно занимаюсь в 2002 году, поэтому я как бы закалился в боях и уже привык к такому тиску, как вы говорите. Ну, дело все в том, что как бы сложившийся менталитет, наши взгляды на те события, которые происходили после того, как Виктор Федорович Янукович стал президентом. Вот, мы прекрасно понимали, куда катится наша страна, поэтому, в принципе, мы как бы свои взгляды до сегодняшнего дня не меняем. Мы понимаем о том, что да, вот этот вот революционный процесс это был единственный способ для того, чтобы как-то приостановить, как я понимаю, падение страны в эту пропасть. Вот, то есть, как бы, с тоталитарным государством Россия, наше государство, ну, ни на шаг не продвинулось. Ну, тобто, для вас особисто це був такий, власне, такий навіть, ну, не життєвий вибір, та, а такий глибинний, суто ось, ну, ваш такий особистісний, що, власне, да, в такій системі ви не можете перебувати надалі на території, зокрема, ось цього міста. Дуже. Але ж ви, батько, шестеро, так, якщо не помиляюсь, у вас дітей. Але ж це рішення мало бути надзвичайно складним. Так, да, ну, вийшло так, що 12 мая, значить, на нашу сім'ю було совершено покушення. Вот, з сусіднього восьмиэтажного дому в нашу сторону був виброшен пакет тетрапак з серною кислотою. І він упав прямо где-то в полутора метрах від самого младшого сина, якого ми вели із дитячого садика. Вот. Ну и как бы вот милиция в очередной раз посоветовала нам срочно покинуть территорию города Донецка, потому как события разворачиваются с каждым днем все более и более обостренно, и поэтому как бы вот, чтобы не рисковать ни с собой, ни детьми, ни семьей, значит, мы вынуждены были оттуда выехать. Ви, ухвалюючи це рішення, розуміли, з якими складнощами, можливо, доведеться стикатися вашій родині, власне, вже при переїзді, при оформленні документів, при оформленні різних довідок? Чи я розумію, що головне бажання було врятувати родину? Ну, ви, за великим рахунком, побоювали за своє життя, за життя своїх рідних. Але вже потім, вже, власне, по приїзді. Ви відразу в Київ, так, якщо? Ні. Чи... Ми в течение года 5 разів міняли місце жительства. Вот. Мы были и в Одесской области, и в Днепропетровской области, и в Киевской области, и в городе Киеве. Так что нам пришлось поездить. Ну, как бы в течение года мы 5 раз меняли место жительства и поменяли 3 школы. Угу. І вас завжди радо вітало в цих містах і в цих населених пунктах, де вам довелося просто проживати. І, ну, цікавить, знаєте, який, пане Вадиме, цікавить, як сказати, ставлення, зокрема, от українців, так, з якими ви, власне, як сусіди мешкали, можливо, і ставлення органів влади. Ну, не теж українці. Ні, я маю на увазі, знаєте, рівень держави, просто офіційної держави, офіційного чиновника і рівень простих українців.
Да, власне, як-то ми з вами. Да. Ну, знаете, я не питал иллюзий, значит, с первого дня, когда мы выехали, прекрасно понимал о том, что перед нами будут очень серьезные трудности, и нам придется их преодолевать. Я не знал, что это будет настолько так сложно. Я понимал, что трудно, но не даже в самых таких вот мыслях, да, вот, не подозревал, что не только не будет помощи там, да, там, или каких-то там равнодушия, а будет активное противостояние, противодействие вот, на, ну, практически в каждом населенном пункте, где мы пытались остановиться на какой-то период времени, поменяв место жительства, да, скажем так. Ну, вот, как я могу оценить? Знаете, вот у меня такая мысль прошла где-то через полгода после того, как я переехал в Киев, да, вот, насколько нас вежливо ненавидят и сами киевляне, и чиновники, и так далее. Ну, вот это вот, знаете, послушайте, понаехали, да? Вот, і а давайте про це, що... пане Вадим, давайте про це, власне, про цей феномен, зокрема, несприйняття один одного після нетривалої перерви. Друзі, це програма «Відкрита студія», у нас в гостях Вадим Черкас, переселенець, батько багатодітної родини, яка вимушено залишила свою рідну домівку в Донецьку, також голова громадської організації «Правовий захист» є нашим гостем. Продовжимо з ним розмову за мить, не перемикайте. Продовжуємо розмову з нашим гостем. Це Вадим Черкас, переселенець, батько багатодітної родини, голова громадської організації «Правовий захист». І закінчили ми на не дуже приємному усвідомленні. Як ви сказали, дуже гарний термін, пане Вадиме. Вежливо ненавидять. Ну, але це стосується лише переселенців, чи це, можливо, взагалі характеризує ставлення держслужбовців до проблем всіх українців, які так чи інакше до них звертаються? За довідкою, за випискою, чи взагалі за оформленням якихось документів? Ну, мы переселенцы, значит, так или иначе, не имея четко определенного статуса, но все равно свой статус приобрели. То есть мы утратили жилье, мы утратили полностью все свое имущество, мы утратили друзей, знакомых, родственников, которые нам так или иначе помогали. Да? Вот. И в связи с этим, согласно действующего законодательства, государство обязано было взять на себя самые основные решения самых основных проблем. Ну, например, жилье. Да? Угу. Мы его обязаны были получить сразу же, как бы незамедлительно, без всяких очередей, без ничего. И в то же время мы понимаем о том, что в городе Киеве 1973 года киевляне стоят в очереди на квартиру. Уже такой прецедент был, когда была, значит, вот, авария на Чернобыльской АЭС, вот, и когда сюда, значит, выехала определенная часть населения с Чернобыльской зоны, и был очень серьезный междугражданский конфликт. Почему? Потому что новострои, там, значит, вот эти вот квартиры, они попадали не к киевлянам. Кому давать вопрос? Да, да. Кому же давать? Да. Теперь вот мы приехали и как бы тоже нуждаемся, и по закону нам обязаны предоставить это жилье. Нам его не предоставляют. Но, тем не менее, киевляне, вот, например, киевляне очень сильно насторожены. Угу. Вот, потому что вот они АТО, которым земли дают, вот они переселенцы, которым необходимо предоставить жилье, ну и так далее. Значит, это самое, на рынке труда, да, вот, переселенцы готовы выполнять любую работу, потому что надо за счет чего-то жить. Вот, и в этой ситуации, получается, киевляне уже как бы, ну, понимают о том, что есть определенная конкуренция. Надо сказать о том, что с Донбасса выехала наиболее передовая, наиболее грамотная, интеллигентная часть населения. То есть, ну, это как бы цвет нации, да, если так можно сказать. И мы, естественно, составили очень хорошую конкуренцию. Вот, даже на рынке труда. Поэтому все эти аспекты, они, может быть, не звучат так ярко, да? Вот, но все подразумевают и все понимают о том, что даже аренда квартир, да, вот, за счет переселенцев она возросла. Да, кому-то это стало хорошо, они получают больше. Но определенная часть киевлян, которые не имеют квартир, они вынуждены платить больше. Вот. И даже могу привести пример, значит, одного очень высокопоставленного чиновника из КМДА, вот, который объяснил, почему не хватает мест детских дошкольных учреждений. Угу. Ну вот приехали переселенцы с детьми и так далее, и так далее. Вот возникает вопрос, они же приехали не в конуру, не в шалаш, не в палатку, они приехали в квартиры, которые построили для людей. Ну, у людей потенциально должны быть как бы дети, да?
И вот таким вот образом вот идет манипуляция, да? Вот, объясняя то, что 97 детских дошкольных учреждений используются не по прямому назначению, вот они как бы не видят вины в том, что надо все-таки там организовать детские сады, а не какие-то там офисы, там, значит, или увеселительные заведения. А вот объясняя свою нерасторопность, вот свою коррумпированность, да, тем, что вот переселенцы виноваты в том, что, значит, ну, мы живем же в этих квартирах, которые построили, арендуем эти квартиры, то есть, ну, как бы ни у кого не на головах. Да? Ну, вот. Поэтому вот, вот эти вот манипуляции, да, вот, они и приводят к порождению внутригражданского конфликта. И если все-таки Киев – это город более-менее интеллигентный, то открытой агрессии нет. Вот. Но при общении всегда как бы, да, вот вы приехали, а там кто-то работу не нашел, да, кто-то, значит, вынужден платить в два раза больше за аренду квартиры, потому что, я же говорил, с 73-го года очередь. Uh-huh. Эти же люди где-то живут, где-то что-то арендуют, значит, ну и так далее. Вот. Поэтому, значит, это один из аспектов, когда государство, значит, умышленно, с моей точки зрения, порождает очередной внутригражданский конфликт. Тобто ви кажете, що це навмисні дії, так? Ну, безусловно. Чи можливо просто байдужість і завжди, як ти знаєте, махни рукою і забудь, а проблема якось сама вона чи розсмокчеться, чи вирішиться з часом, бо або в людини опустяться руки, або просто вона зрозуміє, що далі немає сенсу боротися з цією бюрократією, з цією системою. Я вам приведу примір, значить, от за 2,5 роки я отримав около 6 тисяч відповідей. От чиновников, да? Вот. Один из вопросов, который мы мониторим, это формирование фонда социального временного жилья. Вот временное жилье в нашей стране, в том числе в Киеве, должен быть, ну, фонд временного жилья должен был быть сформирован с 2004 года. Он до сегодняшнего дня не сформирован. Вот. А почему это делается? Ну, первое, потому что нужно ну, как бы создавать конкуренцию на рынке недвижимости. Да? Чем больше как спрос, порождает предложение. Ну, я вас напросил, больший попыт, вот. Больше цен. Да, поэтому, да, поэтому строители, ну, застройщики, да, вот, они держат цену, да, вот, и очень четко понимают о том, что каждая тысяча квадратных метров может стать той критической, когда обвал рынка недвижимости произойдет. Они этого не хотят. Поэтому они лоббируют все для того, чтобы депутаты Киевсовета, также и профильные министерства, не принимали соответствующих распоряжений. Знаете, вот мне еще такая мысль на днях пришла. Почему вот у нас все время вот идет противостояние государства, да, вот, закон и народ України. Да? А давайте, власне, ось цей, да, трикутник і взаємозв'язок, да, між цими трьома точками – держава, закон і, власне, українці, да, після нетривалої перерви. Вадим Черкас, переселенець, батько багатодітної родини, голова громадської організації «Право і захист». І нашим гостем продовжимо розмову за мить. Пане Вадиме, так, власне, ось цей трикутник – держава, да, закони і, власне, громадяни. Да. Ну, начнем народ, который является, ну, есть такое понятие, как социальный заказ, да, вот, то есть народ тот, который формирует и обязан формировать, и по идее, значит, каким-то образом формирует, значит, те нормативные правоакты, которые обязаны принять государственный аппарат в виде законодательных актов, да. И также этот государственный аппарат должен контролировать за его выполнением. И вот на сегодняшний день мы видим в итоге, что государство не выполняет самую основную свою функцию. Вот, это контроль за исполнением действующего законодательства. То есть государство взяло на себя функции регуляторные. То есть у нас законы прекрасные, они все работают. Это, знаете, вот это вот зомби, да, законы не работают, политическая воля и так далее. Законы все работают, все не приняты, они имеют, ну, как бы легитимный характер, все. Но государственный аппарат порядки регуляторности, да, вот, дает команду, какой-то закон выполнять, какой-то не выполнять. И чекайте, это також стосується и всех проблем переселенцев? В том числе. На вашу думку. Да, вот приняли закон про права и свободу внутренне перемещенных лиц, и потом следующая команда от кабинета министра поступила, а его не выполняете. Или выполняйте так, как бы спустя рукава. А, можливо, причина в тому, пане Вадиме, що, приміром, люди на місцях не зовсім розуміють, як виконувати ті закони, які приймають десь там, знаєте, кажуть, зверху, в Києві. Бо цей акт суперечить якимось нормативному підакту, і я не можу вам видати довідку, бо фактично не маю змоги.
Ну, я по этому поводу могу сказать следующее, о том, что, во-первых, каждый из госслужащих принимал присягу, и там написано «выполнять все требования Конституции». Поэтому я еще не знаю ни одного случая, чтобы кого-то, какого-то чиновника судили за то, что он выполняет Конституцию, требует от других выполнения Конституции. От, ну, всі не говорять о том, що да, а, как думаю, не знаю, на якому так. рівні зараз перебуває допомога, яку держава надає вашій родині, так? Тобто багатодітна сім'я, шестеро так. дітей. От просто щоб ми на сухих цифрах зрозуміли, якою допомогою обраховується ця підтримка. Ну, от смотрите, один з факторів дискримінації, да? Значить, це ті пресловуті 2400 на сім'ю, да? От сім'я із трьох чоловік нетрудоспособних, да, получає, значить, 2400. І наша сім'я, 8 чоловік нетрудоспособних, теж получає 2400. Таке впечатлення, як будто, що, значить, члени нашої сім'ї, значить, в 3 рази менше пользуються водою, там, допустим, менше употребляють електроенергії і так далі. Тобто, кожен ребенок учиться, значить, включає настольну лампу, там, значить, ну, как бы, соответственно, стиральна машина работает, вони ходять в ванну, там, і все остальное, да? Вот. То есть, от здесь от непонятно, як могло государство государство, да, то есть государство принять такое дискриминационное решение. То есть вообще как бы у нас согласно Конституции все ну, права, они защищены законом и они равны. То есть ребенок один в семье, да, или восемь в семье, они должны иметь одинаковые права. И тут же государство своим постановлением ущемляет конституционные права, значит, в том, вот переселенцев наши в том числе. То есть, ну, очевидно, как бы вот этот момент, он является ярким показателем отношения к нам, да, то есть вот найти себе там хоть какую-то подачку, да, вот, и мы это сделали. Второй момент о том, что на сегодняшний день, ну, не изучена вообще проблематика, да, вот сколько переселенцев, например, нуждаются в жилье. Такой учет не ведется. Больше того, в приказном порядке запретили учитывать переселенцев, нуждающихся в жилье. То есть мы не можем банально стать в очередь на квартирный счет. То есть в нарушении Конституции мы даже утратили право на получение жилья. Пусть это будет через 100 лет, но это право у нас должно быть. Мы должны были стать в очередь. Нет, регистрация не такая, переселенцы не такие, не члены территориальной громады, на них бюджет не был рассчитан, понаехали, вот и так далее. Ну, вот. И это приводит к тому, что определенная часть населения была вынуждена выехать, потому что они не смогли адаптироваться в таких условиях. И куда они попали? Они попали в зону обстрела, они попали к террористам. Они сейчас служат террористам. Так к чему государство привело? Вот нас создавая здесь трудности, они таким вот образом за счет населения Донбасса поддерживают инфраструктуру. Но про какую поддержку и про какие заявы может идти мова, если по факту уже переезду людина розуміє, что тут, зокрема, и державный чиновник її не чекає. Пане Вадиме, я сподіваюся, ми не останнє з вами в цій студії. Давайте ми з вами домовимося, якось ще зустрінемося і проведемо ще одне інтерв'ю. Власне, дуже багато питань залишилося, знаєте, ну, скажімо так, поза ефіром. Поза ефіром. Дякую вам за розмову. Да. Сподіваємося, завдяки таким активістам, як ви, вдасться все-таки цю систему якось, ну, хоча б зрушити з місця, знаєте, щоб був якийсь позитив в тому, щоб ми могли з вами розраховувати на дотримання наших з вами прав, як всіх українців, зокрема, громадян цієї держави. Спасибі вам, Вадим Черкас, переселенець з батька багатодітної родини, голова громадської організації «Правовий захист». Був нашим гостем програми «Відкрита студія» в ефірі Кулініч. Залишайтеся з нами.